Всем привет, дорогие друзья, с вами Гадик Мантинадцать, и на нашем канале мы теперь будем выкладывать не только Майнкрафт и всякие такие вещи, как Skyrim и все такое, но и, как сказать, новую игру, которая стала очень популярна в сетях, под названием The Darkness 2. Сейчас нажимаем новая игра. Окей. Бандит. Пусть будет. Так, продолжение. Не хотим. Да. Значит, я уже играл в эту игру, но прошел ее не до конца, так что для меня будет тоже радостью пройти ее еще раз. Очень большой радостью. Так. Незадолго до смерти отец сказал мне: «Джеки, от судьбы не уйти, но попытаться ты обязан». Тогда я не понимал, о чем он. Нечто внутри меня, нечто ужасное, стремилось наружу. Оно вырвалось и заставило меня смотреть, как моей любимой вышибают мозги прямо передо мной. Потом тьма дала мне силу отомстить. Такое можно увидеть только в кошмарах. Убийства делали тьму сильнее, злее. С той самой секунды она рвется из меня. Итак. Она называет себя тьмой. Вы мафия, в которую вселилась какая-то фигня под названием тьма. Значит, она будет управлять вами изнутри, и спины у вас будут влезать два огромных глиста. Да. Заходи. Ну, в общем, Арсения Йоркская мафия другая будет против вас всех. Вот так вот. Нечестная жизнь. Эй, Джеки, глянь-ка на сиськи той брюнетки справа. Справа? Справа? Мо. Нет, нет, не то право. Это право? Это слева, дебил. Ты мне сказал? Джеки, а, смотри, тут портрет твоего отца. Я знаю. Хороший он был человек. Хороший. Честный. Ну ладно, не время грустить. Давай. Идем, босс. Твой стол уже накрыт. Столик. Близняшки уже ждут. Близняшки? Ужасно. Эй, Эндрико, я взял билеты на игру. Я плачу. Ну, удачи. Эй, как жизнь? О, мистер Галлерани, рад встрече. Еще раз повторяю, что это не будет монтажиком. Это будет именно цель игры. А, Билли, как дела? А вот эту бабульку убьют вот тут. Ну, я не могу к ней повернуться уже. Неплохо. Официант, заверни мне с собой. Конечно. Видите, тут графика сделана специально, как будто в комиксе. Извиняюсь, Гастон. Все эти тени и все такое. Извините, что душу микрофона, мне тут тонар. О, близняшки. Бон аппетит. Спасибо. Вино. Привет, Джеки. Привет. Помнишь нас? Нет. Клуб Конфетка? Не помню. Вспомнил? Нет. Ну, конечно. Поверьте, я бы с радостью девушки. Я бы тоже с радостью девушки. Ну, на самом деле, я за него играю. О, блин. Это как скрипер. Офигеть. The Darkness 2. Классно. Главное самое, что в этом... Ой, самое главное, что в этой игре не передохнуть. О, моя нога! Я тебе помогу. Боже, его нога! Кенни, что делать-то? Прикрывайся же! Я вытащу Джеки оттуда. Щетка. Джеки, слушай меня. Надо отсюда сваливать. О. Держи-ка. Прикроешь нам задницу. Погнали. Винни, я урою этих сук! Приди ко мне! Тут разряженный прицел, четко. Баба. Убил. Ой, нет, не убил. Перезаряжай. Ползли дальше. Ножичка, моя ножичка. Ой, вот эта бабулька, я ее убил. Хе-хе-хе. Плохой мальчик. Вы ублюдки! Держите! Тут лестница. Ну, вот здесь вылезет точно. Так, дальше. Вот график реально как в комиксах обычно. Просто. Эй-яй-яй-яй! Трико, береги! Оооо!
Погоди-ка. Бедняга. Дай дух переведу. Ну давай, переводи, господи. У меня шок, я, наверное, ничего не хочу. О, погоди минутку, Джеки. Окей. Давно я не был в качалке. Ой-ой-ой-ой. Не подпускай! Четко. Хедик. Давайте, кто подойдет дальше? Давайте. Так, слушай, босс. Отсюда я вижу кухню. Давай рванем туда. Бери оба ствола, а я вытащу тебя. Ну давай. Да, давай. Да. Долго побежал. Почти. Ой, расшумел. Где ты там? Дай мне тебя убить. Ой. Это газ! Быстрее, Винни! Ой, давай, вырубай! Они внутри! Ну, давай! Хватит! Зажигалку, быстро! Чё? Газ? Нафига! Арива дуэс такая! Охренеть! Ой-ой-ой! Я чё, проиграл, что ли? А, нет, загрузка идёт, значит, я проиграл. Хорошо. Так. Нет, сука, больше не выйдет! Я твое спасение! Да, он сильнее. Продолжайте! Что, ублюдок, задергался? Да. Давай, иди сюда! Получишь конфетку! Прими в сердце тьму, Джеки! Отпусти тьму, окей. О боже! Чё там за листик? И вот листик. Два листика. Раз берет одного. Опаньки. Ой. Опс. Ой-ой-ой. Неплохо. Ой. Блин. Ой, ножка вырос, пальчик вырос. Ножка вырос. О, глисти. Уии. Они. Джеки? О, привет, Винни. Это ты? Это я. Что за хрень творится? Кто это был? Не знаю, босс. Короче, пропущу. И где этот ублюдок? Они ушли по переулку. Наши ребята у... Остальные парни на улице, босс. Бэкспейс. Они ждут в переулке. Дойди до них. Я хочу забраться по лесенке. Блин. Ну окей. О, чётко. Вход. Давай, бери. Не можешь взять ее? А нет, не можешь. Она застрелилась. Это его любимая, типа. Эй, стой! Бомба. Открыл дверку. Да, что-то случилось. Не знаю. О, виселица. Бабах! Хит. Судороги. Давай сюда. О-о-о, М-ка.
надо! Он еще жив! Ублюдки, вы мне заплатите! Бабах, бабах. Чешак. Разрубил. Ой, я сейчас взрублю, открой. Сейчас будет круто, меня прикроет. Бабах. Бабахнули. Ой, а куда у меня ботинок? А, вот, этот чувак, это у вас бес. Ваш друг. На самом деле, это ваш клип. Потом посмотрим. Вижу эстакада. Вот он, тут. Ну и где твоя крутизна, а? Бабах. Бабах. Эй, мальчишка! Ну-ка, дела! Обнимай нас! Я пас. Кстати, спасибо. Это было незачем. Чем так несет? Не мешай! Я же твой клюк! Или ты про это забыл? Эй, давай веселиться! Кошка или белка, я не знаю, у нее на башке. Гнебал какой-то. Мама. О, а чё как-то? Давай, фильм смотреть, людей убивать! Добренький такой. О, красота! Давай посмотрим. Так, ну что мы можем себе улучшить, значит? Ну давайте его... Так, дальше. Имперскую казнь тоже берем. Питательное сердце. И уходим. Ну, все. Я думаю, на этом закончим нашу первую серию Darkness. Подписывайтесь на Half Life Crafter. И еще я не могу. То есть я забросил канал Gadget Mind, потому что на двух каналах как-то не очень. И до свидания.